Одержать чисто техническую победу – мечта любого борца, особенно уложить соперника на лопатки. Но такие приемы под силу далеко не каждому. Юный спортсмен из Новосибирска Филипп Филиппович знает своих противников в лицо. И сейчас, даже еще не выходя на ковер, чувствует себя очень уверенно. Просто я знаю, что я выиграю всех. Но по-любому не может быть. Я не думаю даже о проигрыше. В межрегиональном турнире по греко-римской борьбе, который в нашем городе проводится уже на протяжении 8 лет, приняли участие почти 300 спортсменов. На ковер выходили как опытные борцы, за плечами которых не одна победа, так и новички. Здесь они пробуют свои силы и, самое главное, приобретают соревновательный опыт. Каждое соревнование для подрастающих участников это дает свои силы проявить себя и настроиться. Характер воспитать. Очень полезно этот турнир. Ежегодно в Бийск на турнир по греко-римской борьбе приезжают выдающиеся спортсмены. Это чемпионы мира и Европы, победители и участники Олимпийских игр, что, безусловно, придает соревнованиям более высокий статус. Хотя еще 8 лет назад эти соревнования были первенством зала. И вот теперь Кубок Единства – это уже межрегиональные старты. Спорт развивается у вас достаточно быстро, именно борьба. И народу много сегодня. Представляете, негде людям даже сегодня. Вот первый круг прошел почти за 3 часа. 3 часа шел только первый круг. Молодцы. Был провал большой у нас. Время было сегодня. Потихонечку, помаленечку восстанавливаемся, скажем так. Надеемся на то, что... по крайней мере, будем идти до конца, до олимпийского чемпиона. Для того, чтобы добиться больших спортивных высот, неважно где, в греко-римской борьбе, плавании, легкой атлетике, нужно соблюдать постулат 4Т. Об этом говорят все олимпионики. Первое Т – это терпение, конечно. Нужно терпеть и дотерпеть до того момента, когда ты все пройдешь и станешь кем-то. Конечно, без второго Т, без труда, тоже не вынешь рыбку из пруда, говорят. И труд – большое дело, здесь имеет значение вложить свой труд, чтобы что-то получить. Талант. Если и таланта нет в этом виде спорта, то можно хоть и наработать, все равно в этом виде будут более талантливые, если ты бесталантный. Тренер, который значительную часть, важную занимает в жизни спортсмена и в жизни организации всего процесса тренировочного. Без тренера тоже тут не обойдется. По итогам соревнований воспитанники Бийской школы греко-римской борьбы показали себя достойно. Однако есть к чему стремиться. Собственно, как и организаторам этих соревнований. Уже через год в Наукограде планируют провести мастерский турнир. А это значит, что, выходя на ковер, борцы смогут не только бороться за награды, но и за присвоение спортивного звания. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. Будни.